Магазин Спар, распродажа на Петроградской, закрытие магазина. 50%, да? Особо ничего нет, пустые. Вот, чай надо взять точно. Возьму. Все по пакетам рассовано. Порванные пакеты. Для курицы приправу возьму. Перец красный у меня есть. Для шашлыка. Нет, не надо. Ну, кстати, вот эти можно взять. Макароны. Почему они там? А чем там макароны? Ну, трудно сказать. Что, ты еще не взяла сегодня? Я нашла сливки. О, отлично. Не знаю, сколько они стоят. Да так особо тут уже брать нечего. Да, вот еще не разбросано было по всему магазину. И цена. Тут уже ничего нету. Так, что тут сыр есть замороженный. Ну, нам нафиг не надо. Так, и пельмени. Сколько они стоят, пельмени хотя бы знать. Пельмени равиоли 336. Получается по цене. Так, что там кофе? Нет, такой кофе я не люблю. Не люблю такой кофе. Так. Кофе. Еще бы знать, сколько это все стоит. Капучино, мапучино. Все вот так вот надо ковыряться. Каша. С коробком все. Еще у меня пакетики майские. Ну, возьму. Ой, сейчас сломаю что-нибудь. Крупа, какой-то здесь металл. Так, 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 так.
крот, крот, крот. Что здесь? Масло осталось. Коробки. Все стоит, все валяется. Вкусный был, нормальный. Так. Ну что, вы нашли что-нибудь? Я думала о макаронах. Масло, думал, что это. Масло? Принципе, где тут масло? Я хотела чай взять. Ну только в пакетиках взяла, да, Даш? Что? Папа, а лампочки тебе не надо? Вот тут. Саш, лампочки вон, посмотри. Все. Покупки попереванные. Да, да. Наверное, тырили. Да, да. Вы наштырили? Да, о, прекрасно. Ну ладно. Смотри. Не надо, Иван, чай, давай возьмем. Не надо? Я взяла 99 на полцены. Это сколько? 99 на полцены. Сколько это? Сколько? 50. Да ладно. 50 рублей. Это что? Паста. А, собакам? Ну, если только, да. Собакам, может быть, собакам. Все перекрыто. А я хочу забыть еще. Это лол. Прости. А что, прости? У нас этой ерунды хватает. Что тут? Все в таком виде, как он-то их хватали, все, наверное, тут. Даже не знаю, что брать. Все по пакетам, потом розой. Не, ну если кому-то надо, конечно. Детское питание. Мы-то уже выросли с этого возраста. Даш, не балуйся. Там еще один купили. Воруют. Так забери, папа, это в мой ящик. Смотрите, вон, это, открыли. Видите, игрушки стащили. Все стащили, оставили одни упаковки и чупчики. Да все стащили, да. Все стащили, вон едят все. Вообще ужасно. Ой, нет, такое какое-то вонючее все. Фу, воняет все. Масло какое ты имеешь в виду масло? Вон тут распаковывает, жрет, смотри. Зачем вот это делать, я не понимаю. Ест тут все это.